Сочинские студенты сегодня приняли самое активное участие в профилактической акции. Прямо к зданию университета приехал специальный автобус, в нем передвижная лаборатория. Все желающие могли пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. О том, что это никогда не будет лишним, студентам напомнили врачи Центра профилактики. Они, к слову, давно практикуют такие вот выезды на рабочие и учебные места. Мы хотим знать уровень естественной пораженности нашего населения. Да, он ниже, чем в других регионах Российской Федерации, но мы не должны останавливаться на тех положительных моментах, мы должны продолжать ту позитивную работу, которая у нас есть. Медики вместе со студентами провели так называемый профилактический баттл под названием «Жизнь прекрасна, когда безопасна». Сегодня в мире инфицированы более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом помогает отстаивать права человека независимо от ВИЧ-статуса, пропагандирует меры профилактики, поддержки и исследований. Символ борьбы со СПИДом – красная ленточка. Ни одна акция в этой области не обходится без нее.